Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 21 год. Рост 167 сантиметров. Вес 56,8 килограммов. За его плечами две победы при двух поражениях. Представляет клуб «Гурам Файт» Тбилиси, Грузия, Акаки Харава. Его соперник в красном углу. Ему 24 года. При росте 167 сантиметров. Его вес составляет 57,2 килограммов. За его плечами 0 поражений. 0 побед, 2 поражения. Представляет клуб Эрзи. Республика Ингушетия. Россия. Або Дзейтов. Рефери в ринге Ашот Ашугян. Бойцы на середину. Внимательно слушаем, после команды стоп не работаем. Все действия по правилам, все знаете. Пожали руки. Удачи обоим по углам. Ну и вот, да, действительно, седьмой поединок сегодняшнего бойцовского вечера. Напомним, уважаемые друзья, Беркут Янг Иглс под номером 1. Новый промоушен во всей красе сегодня начинает свои гран-при. И мы видим очередной поединок турнира на легчайшем весе. Из двух хай-киков начинает этот бой. Харава очень активно. Ну, а Дзейтов ждет. Принимает блок, очередной удар. Этот раз уже с рук. Ну и сразу же попытка тейкдауна от Харавы. С легкостью защищается, парирует эту попытку Дзейтов. Ну и ждем уже действия от самого бойца, представителя клуба Эрди. Что же он покажет? Пока что ничего ему практически не позволяет сделать Харава. Он очень активен и вот проходит в ногу. Не удалось ему провести тейкдаун. Этот стартовый порыв немного спал. Фронт-кик. Область солнечного сплетения от Харавы. Очень активно работает ногами. Харава меняет стойки. Но как бы это ни сказалось на его выносливости, очень много сил отдает на старте этого поединка боец из Грузии. Ну а Дзейтов, в свою очередь, очень расчетлив. Дает поработать сопернику. Отражает попытки его тейкдаунов. И, конечно же, будет включаться обязательно по логике действий. И его главное оружие – это руки. Как мы могли увидеть. Очень быстрые руки у этого спортсмена. Ждет момента Дзейтов. Посмотрите, как уже задышал Харава. Как же он много сил отдал. Да, чересчур активно и даже где-то неоправданно стартовал Харава. Может быть, есть у него на это какие-то другие причины. Может быть, такой план удивить в самом начале, попытаться финишировать оппонента. Но этого сделать ему не удалось. И спустя 2 минуты спал его натиск. Хотя неплохой удар. С разворота еще двоечка, но она приходит в блок, а затем справа все-таки цепляет за этого Харава. И до этого был удар справа в самом начале. Такой активный отрезок для Харавы. Ну и Дзейтов, конечно же, пора ему уже включаться. Половина раунда позади. Нужно что-то делать. Двойка от Дзейтова. Покачнул головой, показал, что все хорошо, все в порядке. Накрывает своего соперника Дзейтов. И при этом сразу же дает вернуться в стойку. Как мы видим из происходящего, руки, конечно, на акцент на руки, на бокс делает Дзейтов. Пока, кстати, он не преуспевает в этом аспекте. Но желание есть, вот хорошая двойка. Левый боковой, правый прямой, еще один правый туловище со стороны Дзейтова. Уже совсем расслабленно стал действовать Харава. Нет собранности, усталость, конечно, влияет на этого спортсмена. Не проходят тейкдауны у Харавы. И тут клинчи, несколько ударов, и сам справа попадает Харава. И двойка отвечает Дзейтов. Активно действуют бойцы. Интересный очень первый раунд мы наблюдаем. Да, не всегда, конечно, удар достигает цели, но
Очень много выбрасывают бойцы. И потихоньку включается Дзейтов. Левый боковой, правый прямой. Сам левый навстречу, слева навстречу пропускает Дзейтов. И тут многоударная комбинация. Колено очень точно пришлось и потрясло соперника. Есть добивающий локти стороны Дзейтова. Физически, конечно, явно превосходит он физической мощи своего оппонента. И добивающие удары. Будет ли первая победа в карьере обоз Дзейтова? Пытается он нокаутировать оппонента. Отключает руку одну. Харави, тот уже практически беззащитен. Закрывается, остается менее 40 секунд у Дзейтова, чтобы завершить начатое им в концовке первого раунда. Ну и здесь тоже, конечно, силы не безграничны. Буквально вбивает локти в голову. И Харави, попытка трех. Все, заставляет. Дается Харава. И, конечно же, обоз этого держит свою первую победу профессионалов, с чем мы его и поздравляем. Очень яркий раунд, очень яркий поединок. И Дзейтов на самом деле грамотно выступил. Он не стал форсировать события, несмотря на то, что буквально бросался на него Акаки Харава. Но спокойно Дзейтов переждал этот стартовый натиск, поймал момент, когда подустал его оппонент, ну а потом уже спокойно довел дело до победы. Не хватило буквально нескольких секунд грузинскому бойцу, чтобы дотерпеть до конца первой пяти минут. В этом бою на пятой минуте первого раунда болевым приемом на руку победу одержал боец красного угла Абу Дзейтов! Клуб Арзи, Республика Ингушетия, Россия.